Всем привет, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем телеканале ВФТВ. Продолжаем дальше разбирать наши многочисленные видеоархивы. И сегодня я предлагаю вам вспомнить великолепную девушку, великолепную певицу, просто отличного человека, Юлию Началову. К сожалению, ее с нами уже нет. Но наша команда сохранила огромное количество прекрасных видеоархивов. Юля же часто участвовала в наших программах, в различных шоу, съемках. И одну из таких программ я рад сейчас вам показать. Гостем нашей программы Юлия Началова была самым любимым, самым долгожданным. Юлия Началова, ТВ-шоу Crazy Nice на Дарьялке. Поехали. Я всех поздравляю с самым классным праздником на Земле, который называется Рождеством. И что касается меня, так мне хочется, конечно же, удивить своих поклонников супер новым хитом, который, я думаю, что действительно будет очень классной песней. Ты сегодня его исполнишь? Нет, сегодня я еще его не исполню, он просто в работе. И работать мы начали совсем недавно. Песня будет совершенно новая, уже более такая взрослая, наверное, потому что я расту одновременно с своим репертуаром. Все, конечно же, самая главная тема – это любовь. И любовь такая, этой песни будет грустная. Вот любовь. В последнее время, как если копаться в желтой прессе, а вот тут совсем недавно мне стало известно, что вышло очень много статей, касающихся твоих любовных отношений с разными персоналиями шоу-бизнеса. Один из них активно, который обсуждался, ваши отношения с Левой из Тет-а-Тет. Вот объясняй теперь телезрителям, что это было и было ли это вообще? Я аж потеряла дыхание, мое сердце остановилось. На самом деле я очень много про себя тоже читала. И о том, что у нас будет скоро свадьба с Никитой, это первое. Второе, то, что даже Децл предложил мне замуж выйти за него. Но это было просто сногсшибательно. Когда я это прочитала, у меня пропал дар речи, и все мое личико перекосилось просто вот так вот. Ну понятно, ты хочешь сказать, что это все слухи и сплетни? Да, действительно, я хочу сказать, что многое, что вообще, что читает в желтой прессе, это слухи и сплетни. По поводу Лёвы из Тет-а-Тет я могу сказать, что он был моим очень хорошим другом, и все. В гостях у нас сегодня Юлия Началова. Встречайте. Всем привет, как ваше настроение? Ну что ж, я от всей души поздравляю вас с Рождеством, желаю вам, чтобы вы всегда были здоровы. И я думаю, что если кого-то любовь еще не нашла в этом году, то она обязательно найдет в 2001-м. Я просто в этом уверена. И хочу подарить вам песню, которая называется «Между мной и тобой. Любовь». Я буду рада, если вы будете реагировать на все 100%. Я уверена, что у вас получится, я уже видела. Поехали! Между мной и тобой любовь. Между мной и тобой огонь. Между мной и тобой. 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 Между нами, между нами, на краю земли зажигали огни горя.
Спасибо. Ну что ж, и сейчас я требую солидарности от всех присутствующих красавец, девушек. Скажите, пожалуйста, давайте с вами дружно сейчас посвятим песню самым сильным и самым мужественным мужчинам, которые здесь присутствуют. Такие здесь есть? Это был достойный ответ. Я думаю, что вы мне сейчас поможете. Девчонки, теперь вместе. Давайте споем песню «Дело твое». Припев очень легкий, поэтому запоминается очень-очень легко. Танцуют все «Дело твое». Для начала выше руки. Эй!